Друзья, всем здарова с вами как всегда Бамбукл детка панда добро пожаловать ко мне в гости. Roblox All Star over Defense, ребят, капец, давно сюда не заходила а у нас здесь, оказывается, сегодня вышла обновка, ребята, добавили новые там мега персонажи и добавили новенький код, ребята, на 1250 гемов. Вы чё прикалываетесь? 1250 гемов на халяву, это просто жесть, ребята. А много там новых персонажей у нас, сейчас пойдем на Википедии, там какие-то они скрытые, какие какие-то не скрытые. Глянем, посмотрим мы хотя бы, ребята, статы, что нас ожидает. Там вроде у нас два брата акробата, ребята. Там и Тачи, и Саски. Два учихи там у нас, по ходу дела, будут. И оба, ребята, приколяйте, шестизвездочные. Блин, это просто жизнь. Я не знаю, как мы их там будем выбивать, конечно. Надо будет, может быть, как-нибудь потом затестить еще, да? Так, ну что, ребят, кто там играет до сих пор в All Star Tower Defense? Напишите в комментариях, будет интересно почитать, ребята, и какие у вас есть персонажи, да? Ну что, ребят, погнали. Не забываем, конечно же, подписываться на канал, жмякать колокольчик, ну и влепить царский, сочный, бамбуковый лайкос. А иначе, ребята, просто попадос. Обалдешки. Так, с чего мы с вами начнем? Давайте мы попробуем, ребята, введем с вами сейчас сначала новенький код, а потом пойдем смотреть уже там все эти, эти ребят, вкусняшки. Так, смотрите, у меня 8000... 223, да, гема, жмякаем сюда, ребят, но ну, пробуем вводить, ребята, бум, ого, мне сразу же еще четвертого, 4 а, четвертая экспа, ребята, да, экспа 4, короче, а, омега рарный, ребят, смотрите, обалдешечки, так, а мне дали гемы, нет, Гемы 9473, офигеть, ребята, 1250 гемов на халяву, это просто жесть, конечно же, вводите, да. Так, ну что, пошлите, глянем там одним глазком, что у нас там за новые юниты, что за обновка, что там нам поводили, ребята, и так далее. Ну что, вперед. Итак, сначала, ребята, Discord, смотрите, апдейт, ребята, 24 число, все дела та 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 там Так, ревард. Инфинити леардборд, ребята. Бесконечно. Это что получается у нас? Это как у доска лидеров. Так, элементал инфинити леардборд. Используйте за рута мап. Это карты, ребята. А также Джексон сноумап. Ну, ладно, это не особо интересно. Новые миссии. Стоунс, ребята, камни и маунт, да? Во, самое интересное. Новые юниты, ребята. Косуки 6 звезд. Ну-ка, суки, это у нас Саски здесь. Кроу, это, видать, и А, мистер Синенький, Икспа, а, 4, 6 звездочный и другие, да. Так, дальше здесь по что-то там... Макс Юнь. Короче, увеличено максимальное количество юнит до 5 хаточки. Данж теперь. Лайф обстак. Пампкин капсул вив. Кэндилс. Короче, за конфетки теперь эти капсулы. Ням-ням-ням-ням-ням. И вот он, ребята, еще разок этот код. А, ну еще нифига себе. 1250 гемов, 1500 золота. И XP четвертая, ребят, на халяву. Офигеть. Они а версы. А uh, Айс ребят. Ну, короче, вселенная I, uh, All Start Over Defense. Ребят, этот кодик будет в описании. Так, идем дальше. Смотрим, что у нас тут, ребята, на Вики. Смотрим, смотрим, смотрим. Вот у нас XPA 4. Вот они вот эти персы, ребят. Смотрите, вот у нас Кролл нас интересует. И также вот этот вот Саски. Единственное, они еще даже, ребята, не... Их еще пока месяц, даже нет здесь данных, да, ладно, давайте будем все потихонечку смотреть. Так, экспа 4, ребята, М -м -м, ну, сколько он тут дамажит, это не особо интересно, понятное дело, что экспулину мы хаваем, да. Так, далее, ребята, Эвил Shade, это у нас пятизвездочный, что там у него по атаке, 16 тысяч, в принципе, неплохо, да, это причем на первом уровне. Uh, так, 34 тысячи потом будет. Рейндж uh, 45. Ну, не знаю. Может, нам будет его попробовать выбить, да? <звы> так, The босс. Сакрсер, uh, ребят, какой-то. Это что у нас? Uh, получается, мопсиха психа 100, да? Оттуда. Mm, 6, 18 тысяч, но примерно то же самое будет там. В районе 30 тысяч на 150 уровне, да? 37 тысяч. Рейндж уже 70. Ладно, понятно. Так, это у нас Джан-Джи какой-то, да? Это Сван Писа, видимо, Санжи, да? Так, угу, на 150 уровне сразу его смотрим. Дамаг нифига себе. 30 тысяч, еще плюс Берн uh, поджигает 180. Обалдеть, вот это неплохо, кстати, ребят. А вот это неплохо. Ну, рейндж маленький у него, 34, СПА 5. Хм, еще бонус кик смеш. Бьет ногой, да? Ну и 19 тысяч он вроде недорогой, да? Так, далее, ребята, мистер Грин. Это из Dragon Ball, Dragon Ball Z, да? Так. М -м, на 150 уровне. Так, 9700 вообще он недорогой. Блин, а дамага-то? 42 тысячи. Рейндж 80. Мое почтение. Довольно-таки неплохо. Но он дешевый. Юнит это для прохождения каких-то коротких, ребята. Офигеть. Нифига себе. Вот это неплохо, кстати. И он пятизвездочный всего. Мистер Грин. Это замена паперу, наверное, да? Но так, бьет он по АОЕ. По Сыкру и по Кону. Но он не бьет, получается, по Эйром, это граунд, ребята, чисто граунд, да? Так, ладно, к самому интересному идем. Кроу, ребята, кроу, это у нас вот написано. Учиха, ребята, из Наруто, офигетушки. тушки. Требуются два обычных, ребята, кроу у нас, чтобы его скрафтить. Это 6-звездочный. Ну и погнали, посмотрим. Сразу же дамаг 3700 у него, а, стреляет, ребята, вроде бы по эру, мы видим, что здесь эр, Full ауе, ребята, урон вообще, то есть будет по всей карте что ли фигачить, ну и здесь, к сожалению, пока мисс нет никаких данных, ребята, эх, жалко, посмотреть бы какой дамаг там у него, сколько у него там ренч и так далее, но вот здесь мы в самом начале видим, что ренч у него, о, погодите, что-то появилось, нет, а, нет. Рендж uh, 12, ребята. Ну, сомневаюсь, что. Короче, скорее всего... А, во погодите, какой-то рейндж уже появился, смотрите. Это на обычном уровне, не на первом. 100 тысяч стоит последний. А, в домах 45 тысяч. Рейндж 92, мое почтение нормально с по 8 и 5. Неплохо. И потом плюс Red Samurai Out рангел какой-то. range оут range ангел подумал. Блин, прикольненько. Так, и Саски у нас. Саски называется, ребята, Косуки full Самурай. Это 6 он, да? Тоже бьет по эйрам. Так, 800, 800, недорого. Ого, 80, 90, 90, 90, 90, 100 тысяч, 100, 600 тысяч. Да, маг, полмиллиона, 500. Это причем, ребят, на первом уровне еще. Это на первом уровне. 562 тысячи. Рендж 159. Вы что, прикалываетесь? Это вся карта. Бог ты мой. Вот это имба. Блин. 150. Это, короче, а сколько их можно поставить? Одного либо несколько? Если несколько, это просто жесть. 500 тысяч дамага. СПА 6 довольно-таки нормально. Ну, Рендж это что-то жесть. 159. Это ребята на первом уровне еще. То есть, видите, оно синенькое. Но на красненьком, на 150-ом нету. А, вон, миллион! А, офигеть! Миллион 147 тысяч и 159 ренч. Ну, да. Эх, так, а их сколько надо штук? Пять штук, бог ты мой! Это нужно обычных. А у меня, по-моему, один есть. Надо их, короче, повыбивать будет. Пять штук требуется, ребята, вот таких. А чтобы вот этого пятизвездочного, пятизвездочного скрафтить, нужно вот таких обычных еще, ребята, получается. Три, да? Да. И святой бамбук, ребята. Короче, наводили, мам, не горюй. Ладно, если получится, ребят, я сниму вам обзор. Самое главное, вводите код. Код пока мисс у нас активен. Все, ребят, с вами был Бамбуковый а Медведь Капанда. Пойду я крафтить и, и фармить, да. Всем удачи, всем жму лапы всем пока-пока.